Профессиональная печать на спортивную экипировку «Спортпринт М». Добрый вечер, друзья! Компания «В спорте РО» и «Северная лига ЛФЛ» начинает прямую трансляцию с главного стадиона округа. Шестой тур высшего дивизиона А, и сегодня в прямом эфире матч «Легион Гефест». Команды в центре поля. Главный арбитр сегодняшней встречи Юрий Апанасенко и капитаны команд сейчас будут разыгрывать право начать матч. Ну и те половины, на которых в первом тайме соперники будут действовать. Ну и вы наверняка уже все поняли. Гефест сегодня в салатовых футболках. Легион в черной форме. Ну и сейчас, после того, как услышим стартовый сигнал арбитра, поговорим о стартовых составах. Компанию вам в ближайший час составлю я, Кирилл Разумовский. Ну и давайте смотреть футбол. Причем игра сегодня, как мне кажется, должна получиться результативной. Просто так статистически получается, и матчи вообще этих соперников результативными выходят, и в принципе те и другие со скидкой на тот уровень и на те позиции, которые в таблице занимают, пытаются играть в атакующий футбол. Ну или, если чуть шире, вот это высказывание мое пытаться развернуть, не всегда надежно действует в обороне. Итак, Легион сегодня номинальный хозяин поля. Начнем с него. В воротах Александр Дементьев, номер 35. Три защитника слева направо. Сергей Миронов, второй. Игорь Дермаков, 77-й. Максим Белокрылов, 18-й. В опорной зоне капитан команды Александр Седов, номер 17. Два полузащитника, ну, которые, скорее всего, будут ближе к атаке действовать номинально, но там от соперника, конечно, будет многое зависеть. Вячеслав Андрианов, 11-й, Виталий Обласов, 88-й. И на острие, естественно, Попин Казарян, номер 7. На сегодняшний день главная атакующая сила Легиона. Ну и сразу скажу, что Казарян крайне важен для команды Александра Седова. Он поучаствовал во всех забитых мячах во второй части чемпионата. Гефест. В воротах Станислав Станиславский, номер 32. В обороне слева направо Андрей Моисеенков, 6-й. Константин Лозбенев, 4-й. И Станислав Каханов, 51-й. Опасный момент сейчас был. Максим Мухин, который действует под седьмым номером в центре поля, сейчас как раз на острие оказался, но завершал эту атаку из пределов штрафной. Ну и небольшое повреждение получил. Я думаю, сейчас поднимется в порядке. С ним здесь какой-то серьезной травмы вроде бы не должно быть. На флангах атаки Александр Масленников, 28-й, Андрей Идрисов у Гефеста, 90-й номер. На флангах сразу так с оговорочкой, потому что Идрисов наверняка будет и в середину сваливаться. И в случае каких-то замен, а замены будут наверняка, потому что Гефеста полная заявка, возможно, Идрисов сыграет в центральной зоне. Ну а Масленников такой глубинный форвард. Предпочитает он действовать в линии полузащиты, но по результативности и по важности в атаке, наверное, нападающему вполне можно считать, тем более, что и на острие периодически у Гефеста выходит. Ну а действительно, форвардом таким классическим таранного типа, форвардом-столбом, который любит ассистировать своим партнерам, скидывая мячи и цепляясь в единоборствах перед чужой штрафной и уже внутри штрафной, будет сегодня у Гефеста Алексей Гусев. У него номер 22. Сказал я про то, что у Гефеста достаточно запасных. Действительно, их 5. Сразу назову всех, чтобы по ходу игры не отвлекаться. Запасной голкипер Сергей Бурцев, защитник Мартин Хорин, полузащитники Артем Варакин, Евгений Ширенков и Евгений Королев. У Легиона 4 запасных.
Два защитника — Амирхан Арсланов, Игорь Сильченко, а также полузащитники Денис Бычков и Максим Лукьянов. Юный и подающий надежды футболист, уже проявивший себя в составе клубного дубля «Легиона». Он там результативностью такой серьезный в последних играх отмечается. Но посмотрим, будет ли у него дебют и как он этот дебют проведет против одного из лидеров, против одного топ-клубов Северной лиги. Что касается турнирной таблицы, я интригу обозначу для Гефеста. Конечно, игра против «Легиона» — это свои очки, так называемые. Я не думаю, что здесь допускается какая-то потеря. В общем-то, Гефест уже дважды проигрывал в этом чемпионате, и поэтому, если все-таки хочет он ввязаться в борьбу за медали, за золотые медали с Интером, нужно уже набирать такой крейсерский ход, ждать прямых стыков с конкурентами во втором круге. Ну, а здесь, естественно, брать свое. «Легион» с нулем баллов подошел к этому матчу. На последнем месте в восьмерке. «Легион» не всегда плохо играл. Последний матч против «Интера», например, для болельщиков таким достойным, наверное, получился. И, может быть, даже какие-то определенные ожидания приятные команда подарила, но в любом случае результата не достигла. Против «Интера» это пока никому не удается в этом сезоне, во второй части сезона, будем точнее. Ну а по игре, наверное, не худший матч. Вот из всех соперников «Интера» в этом году «Легион» не выглядел слабее других. Гефест на третьем месте располагается, у него 9 очков после 5 игр, это 3 победы и 2 поражения. И Гефест сегодня может обойти динамовцев в случае собственной победы, потому что только что закончилась игра «Динамо» APC, и в определенном смысле сенсационную победу «Электроники» одержали со счетом 2-1, хотя динамовцы вели в счете большую часть игры. Ну вот последние 10 минут провели неудачно и пропустили 2 мяча. Таким образом, если Гефест выиграет, по 12 баллов у команд будет, но победа в личной встрече осталась за античными. Интер свой матч против Gold Shark перенес в этом туре. Завтра и те, и другие, и, кстати, Гефест, в том числе и Динамо, проведут ответные поединки 1/8 финала Кубка ЛФЛ. Но вот большинство команд не воспользовались своим правом на перенос, поэтому матч сегодня проходит по расписанию. Но «Интер», я думаю, порадует новость о поражении «Динамо», и в любом случае команда Сергея Филина на первой строчке останется после этого тура и с запасом, в том числе, плюс еще будет один матч в уме держать. Это потенциальные еще 3 балла. В общем, если к концу первого круга «Интер» так и не проиграет, то положение всех претендентов, всех остальных претендентов, и «Гефеста», и «Динамо», и «ЦДК», в том числе, ну и «Голд Шарк», так пока будем причислять, станет тяжелым в борьбе за чемпионский титул, но эти команды продолжат за медали сражаться до самого конца. Что касается «Легиона», то он с своей 8-й позиции никуда не сдвинется, даже если сегодня обыграет античных. APC выиграл у «Динамо», и теперь у него 6 очков. У «Невы» 6 и было, и сегодня команда Валерия Нурова вечером играет с «ЦДК». Ну вот «Легион» по статистике пока худшая команда первой восьмерки. У него меньше всех забито мячей, больше всех пропущено. Ну и 0 очков, собственно, единственный клуб, который еще никакого успеха не знал на второй стадии чемпионата. Даже в ничью не удалось ни с кем сыграть. Но вот сейчас вы видели, пока я тут вам рассказывал турнирное положение, опасный момент у ворот Станиславского. Казарян из-под защитника пробил. У него вот это вот умение пробить
таким скрытым ударом направить мяч в угол. Очень таким сильным козырем является. Он 4 гола забил уже на втором этапе чемпионата и еще одну голевую передачу отдал на Виталия Абласова. Так что вот все 5 мячей легиона при участии 7-го номера прошли. Ну и, конечно, 2 гола в ворота Александра Владимировича Филимонова в матче против Интера тоже дорогого стоит. Оба мяча достаточно красивыми получились, но особенно второй. Почти с центра поля, ударом с рикошетом от перекладины и спины голкипера. Конечно, на результат это уже никак не влияло. К тому моменту счет был 4-1 в пользу Интера, но как личное достижение все равно засчитывается. Это, безусловно, приятно. Теперь про бомбардира Гефеста 2 слова скажу. По забитым мячам Александр Масленников в составе античных лучший. У него 4 гола, но вот у Алексея Гусева 3+3 и 6 очков таким образом. То есть по системе гол плюс пас он лидирует в своей команде. Ну и скажем прямо, что это не самая выдающаяся статистика для топ-клуба. Гефест может играть еще результативнее, может забивать больше, но главное, что у Гефест пока не очень с балансом. 14-10, в общем, по забитым мячам Гефест второе место занимает, но это в 2 раза меньше, чем забил Интер, вы должны понимать. И также Гефест опережает СДК и Динамо буквально на 2 и 1 гол соответственно. Но пропущенных мячей у античных 10, и это много. По пропущенным Гефест делит с Голшарк 4-ю и 5-ю позиции. Поэтому, собственно, я и говорил в самом начале, что игра должна результативной получиться. Но пока 11 минут позади и больше в центре поля мяч находится. Были опасные моменты и у тех, и у других ворот, но и забитых мячей мы не видим, и моментов этих было не очень много. Пока, наверное, стоит говорить о том, что игра равная. И «Легион», на удивление, даже такое небольшое преимущество имеет. Он более конкретен в завершающей стадии. Гефест все-таки пытается мяч держать, как-то разыгрывать, большим числом футболистов атаковать. «Легион» проводит атаки вертикально, но завершает их опасными ударами или передачами под удар. Поэтому и впечатление такое. Но и вот сразу бросается в глаза и еще один факт, что в отличие от матча с Интером, «Легион» совершенно не боится своего соперника. Поможет это команде Александра Седова или в итоге все закончится, как в первом круге, посмотрим. Но пока кажется, что вполне рабочая такая стратегия, вполне рабочий эмоциональный настрой. И если хватит сил, то «Легион» способен сегодня за результат зацепиться. Сейчас Идрисова сбивают на правой бровке. Он быстро разыгрывает штрафной, но Андрей Моисеенков не сумел эту передачу обработать. И будет аут в пользу «Легиона». К середине идет первый тайм. Обсудили статистику, обсудили турнирное положение. И теперь давайте все внимание на футбольное поле направим. Борьба за инициативу продолжается, и, наверное, по такой игре первый гол будет очень важным, если не определяющим. Вообще, Гефест всегда «Легион» обыгрывал. 5 раз команды играли в чемпионате, и все поединки завершились крупным счетом. А сейчас момент. Гусев убирает Миронова, бьет из-под защитника. Дементьев свою команду выручает. Абласов тут завозился. И ошибка Александра Седова. Он буквально под удар Идрисову мяч выкатывает. Идрисов бьет в касание. Не самый лучший удар у него получился, но потому что определенный цейтнот был. Но Дементьев вновь выручает. Прикладенный мяч вытаскивает. Теперь у «Легиона» контратака может получиться. Казарян вперед на Абласова.
Ну, там Станиславский страхует своих партнеров. Так вот, 5 побед и минимальная разница была 2 мяча в пользу Гефеста, но это в сезоне 15-16 уже достаточно давно. 1-3. Тогда Легион проиграл. В остальных поединках было крупно. И в первом круге текущего чемпионата совсем уж неприлично. 9-3. Легион, кстати, вот из команд аутсайдеров, ну, которые боролись за место восьмерки, там APC сюда отнесем. По первому кругу там Энергомаш еще был. И также Gold Shark не сразу. Ух, еще один шанс после подачи Каханова. Мухин, по-моему, головой бил. И в противоход вратарю просто не попал немножко в створ. Так вот, Легион лучше других играл в атаке. Он забивал, и в том числе Гефесту 3 мяча, но и пропускал намного больше. И вот Интер даже разменял десяток забитых мячей в игре с Легионом. Гефест на цифре 9 остановился, но и это много. Во втором круге, ну или в первом круге второго этапа, так, наверное, будет правильнее говорить, Легион пропустил 20 мячей в 5 играх, то есть в среднем по 4, вы понимаете. Таких разгромов, конечно, уже команда себе не позволяет. И вот 7 мячей от ЦДК было самым крупным результатом. А здесь еще один момент, и он у Дементьев просто чудеса творит. Сначала на пару с защитником, там ногой мяч остановил, а потом с добиванием справился. Сейчас Гефест действительно сумел прибавить, надавил на соперника, и моменты появились, и Легион больше стал ошибаться, чем в первые минуты. Вот Александр Седов тут пару раз напортачил. И впереди мяч перестал держаться. Там Казарян с Абласовым как бы отрезанными от остальной своей команды оказываются. И поэтому, даже участвуя в борьбе, не могут рассчитывать на подбор. Гефеста замена, кстати, произошла. Ушел Гусев с поля. На позицию левого полузащитника вышел Евгений Ширинков, и Масленников передвинулся в атаку. Здесь, наверное, стоит сказать, что буквально неделю назад Гефест расстался с Эриком Корчагиным, футболистом которого брали на усиление в зимнее трансферное окно. Но у Корчагина, так скажем, не очень задалось. В чемпионате он так и не сумел за Гефест отличиться. Да, у него было 2 передачи на гол, но все-таки понимаете, что и по статусу этого футболиста, и по ожиданиям от него, все-таки вправе рассчитывать были на большее. Руководители античных. В Кубке ЛФЛ чуть получше статистика у Корчагина. 1+1, но, в общем, не вписался он в команду, не совсем в тот футбол, наверное, привык играть, выступая за другие клубы. И, в общем, таким образом, после ухода Анохина в «Динамо» и после от заявки Корчагина, он, кстати, свободный агент теперь, Гусев остался единственным нападающим в обойме, и поэтому Масленников периодически будет играть впереди. Но его позиция вот здесь, и здесь он наиболее опасен. Сейчас пошел в дриблинг. У него Абласов мяч отобрал, и дальше фол в пользу Легиона. У легионеров тоже замена произошла. Под 69-м номером появился Игорь Сильченко. И сейчас разберемся, кого он заменил. Предположу, что Сергея Миронова на позиции левого защитника. Ну, а еще одно изменение кадровое, повлекшее перестановки на футбольном поле, это замена Александра Седова. Вместо него вышел Амирхан Арсланов. Причем Арсланов на правый фланг обороны отправился, а Максим Белокрылов в центральную зону.
Гефест тем временем продолжает атаковать. Лозбенев, удар и Белокрылова мяч как раз пределы поля покидает. Аут будет. Гефеста, кстати, не очень много футболистов осталось в заявке, в принципе. Ну вот если там 17 человек, из них трое это вратари. Ну, причем Бурцев со Станиславским-то они практически всегда оба ездят на матчи. Есть еще Алексей Александрин, он такой скрытый резерв на непредвиденный случай, но его давненько мы уже не видели, прям не рискну даже сказать, действительно, когда в последний раз. В этом году точно нет, да и в прошлом я не припомню. Гефеста много матчей видел. И есть еще два футболиста, Роман Адамов и еще один футболист Сарвелли. Имя запамятовал, сейчас уточню. Владислав, да, его зовут. Но этот футболист вообще за Гефест не играл, вообще в ЛФЛ не играл, насколько я понимаю. Поэтому вот смело можем троих вычитать. Это 14 человек, и не все сегодня на игре присутствуют. Нет Павла Котова, например. И, ну, не знаю, это просто непривычно, с одной стороны, а с другой, наверное, этого количества футболистов вполне достаточно Гефесту, и скамейка длинная. Ну, ладно, хватит об этом. Здесь еще одна атака античных, ее Масленников завершал после передачи Дрисова, прямо в руки Дементьева запустил. И контратака у Легиона. Здесь Каханов, мяч в игре. И аут в пользу Легиона, по-моему, нет. Показывает Апанасенко, что нарушение правил там было. Лозбенев. А это Варакин был, еще один футболист, вышедший на замену. А Варакин заменил Моисеенкова, кстати. И теперь не совсем я понимаю, кто слева в обороне играет. Шеренков, получается. Потому что Варакин-то, в общем-то, это полузащитник. Да и Шеренков полузащитник, и Дрисов. В общем, интересная такая рокировочка. Ну, а здесь Сильченко рвался по флангу. Передачу в центр неточную отдал. Лозбенев. Под прессинг попадает. Бласов фолит. Ну, заводиться здесь не стоит. Бласов грамотно сыграл, просто срывал атаку. И, может быть, потенциально даже претендовал на отбор в этой ситуации. Шеренков на бровке. Мухин. Не очень четкая такая передача. Пришлось мяч укорачивать, и поэтому назад только. Лозбенев. Ну, на самом деле, не показалось мне, что правильное решение принял защитник. Пошел в зону, уже насыщенную игроками соперника. Вполне закономерно, у него мяч в подкате отобрали. Разворачивает свою атаку Гефест слева направо. Мухин. 23-я минута, счет 0-0. И не сказать, что подавляющий перевес античных, правда? Шеренков. Лозбенев, Шеренков. Бьет издали. Дементьев на месте. Надежно играет. И дальше защитник его страхует. Мяч из штрафной выносит. Вячеслав Андрианов сейчас фолил. Но мяч у Гефеста остался. Мухин. Штрафную передачу, ну и точнее на линию штрафной. Там Идрисов с мячом справился. Варакин, здесь борьба. Мяч доходит. До Александра Масленникова. Но тому просто некуда было его направить. Он пробил, естественно.
В защитника попал. Еще замена. Мухин уходит. Или даже уходит временно. То есть это не замена, а просто что-то там у него с амуницией. Сергей Бурцев партнеру по команде помогает. А вот у Легиона замена произошла. Казарян отправился отдыхать. И вместо него под шестым номером Денис Бычков вышел. Ну, а вот сейчас, если мяч дойдет, под девятым номером Максим Лукьянов. Доходит, и момент у него даже может получиться. Переезжает Станиславский. И как-то мне показалось, не верил до конца девятый номер Легиона, что может он здесь первым на мяче оказаться. Поэтому шел не акцентированно. Знаете, та ситуация, когда нападающий боится в стык пойти и нанести травму вратарю, а в итоге ее и наносит. Потому что если бы пошел сразу на полном ходу, может быть, и успел бы мяч прокинуть мимо Станиславского, и тогда бы вратарю фалить бы пришлось. Вот здесь недостаток опыта и определенная нерешительность игровая на эпизод повлияли. В любом случае, Легион отвечает, огрызается, не позволяет Гефесту все время проводить на своей половине поля. Но пока пауза у нас небольшая. Пока Станиславскому помощь оказывают. Да, Шаренков с левого обороне. Я сейчас смотрю, Варакин на позицию полузащитника крайнего поднимается. Другой бровки Идрисов действует. Хотя насколько оправдана игра с такими ярко выраженными крайними полузащитниками при наличии активных защитников, Гефесту не совсем понятно. Масленников сам себя в угол загнал. И против него Дармаков, по-моему, сыграл надежно. В пользу Легиона будет аут. Мухин. Вот здесь Бычков здорово сыграл. Обласов пытался из-под прессинга выйти. А вот здесь здорово сыграл Лукьянов как раз. Бычкова подключает. Но нет, там поле кончилось. Придется разворачиваться. Идрисов. Здорово мяч прокидывает. Масленников в подыгрыше. Мухин. И шикарная налево передача. Варакин с мячом. Уже в штрафной Масленников. На второй линии Мухин. Удар в касание. 1-0. Разыграл Гефест атаку схода. Даже не в численном большинстве, наверное, контратакой этот выпад назвать нельзя. Но здесь все как по нотам было разыграно. И на 28-й минуте Гефест открывает счет. Таким образом, не скажу, что вот прямо реализует какое-то свое преимущество громадное, но преимущество в классе. Скорее вот так. Слав Каханов будет из-за боковой бросать. Вот, кстати, интересно про этого футболиста сказать. Знаете, на волне разговоров о результативных крайних защитников как-то всегда комментаторы, я в том числе, выделяют Илью Чижикова, ну, который за разные команды выступал, за Неву и Терминатор. Сейчас за Динамо он играет, но до этого у него Космос был на севере. Вот он достаточно результативен, со штрафных много забивает, поэтому в том числе. Андрей Моисеенкова частенько
потому что и он таким хорошим дальним ударом обладает, и с левой ноги штрафные исполняет в Гефесте. А вот как-то Станислава Каханова незаслуженно забывают в этой связи. А между прочим, он побольше Моисеенкова забил, голов на 10 примерно. У Каханова 45 мячей за время выступления в составе античных. И это очень приличный результат для крайнего защитника, который к тому же не исполняет стандарты, не бьет пенальти, практически не бьет штрафные, крайне редко это делает. Но у Каханова тоже классный удар, плюс он лучше подключается в атаку. И очень много мячей, если помните, забивал после розыгрыша угловых, и в том числе в Лиге Чемпионов, и в том числе в чемпионате Северной Лиги. Так что сегодняшний день нужно должное ему отдать. Ну, тренерский штаб сборной Севера, в частности, также отдает должное. Это футболист стартового состава главной команды округа. Как и Андрей Идрисов. Ну и как еще ряд футболистов, которые в других клубах выступают. Ну, тем временем у нас время первого тайма подошло к концу. Да, тем временем время. Такой каламбур, я извиняюсь за тавтологию. Во второй половине попытаюсь исправиться. Сейчас давайте отдыхать вместе с командами. Скидки на приобретение формы от технического партнера «Спортпринтэм». Ну что ж, возвращаемся в прямой эфир. Второй тайм матча «Легион Гефест» вашему вниманию. И начинается половина с минимальным преимуществом античных. Единственный гол Максим Мухин на 28-й. И у «Легиона» даже определенные шансы отличиться были. Но в целом, наверное, ожидания не оправдываются в отношении результативного футбола. Гефесту много времени потребовалось, чтобы инициативой завладеть. Ну а «Легион» делает, что может. В первые, наверное, минуты более активно команда играла. Затем чуть сбавила обороты. Естественно, не по своей инициативе, а потому что так соперник заставил. Но вот в центре поля мяч все же чаще гостит, чем на половинах соперника. В любом случае, как показывает предыдущая игра, где APC обыграли «Динамо», такой минимальный счет андердогу шансы оставляет. И шансы неплохие, если Гефест завязнет вот в этой игре, не увеличит преимущество, то произойти может всякое. Ну, для тех, кто только что подключился, еще раз напомню, APC обыграл «Динамо» со счетом 2-1. Давайте сейчас составы назову после того, как Гефест эту атаку проведет. И заодно прокомментирую изменения кадровые, если таковые в перерыве произошли. Итак, у «Легиона» Александр Дементьев в воротах. А вот Идрисов на ударной позиции 2-0. Да, Идрисов от таких вот точек не промахивается практически никогда. Очень удачно подстроился под отскок. И Дементьев даже не прыгнул. В принципе, с 10 метров это расстрел. Буквально защитники сыграли не здорово в этой ситуации. Ну и в чем-то, наверное, не повезло. Слегка. 33-я минута. Ну,
Ну, по крайней мере, вот одной случайности Гефес себя избавил. Не значит, что Легион не сможет забить 2 или 3, например. Но все-таки вот один мяч можно там случайно пропустить с какого-нибудь рикошета или со стандарта. Но больше уже едва ли за 30 минут. Так что эта заявка на победу достаточно весомая. Так вот, Александр Дементьев в воротах у Легиона. 3 защитника сейчас. Сергей Миронов, Игорь Дермаков и Максим Белокрылов. В опорной зоне Александр Седов. Рядом с ним действуют Амирхан Арсланов и Денис Бычков. Впереди Папин Казарян. Таким образом отдыхают Виталий Обласов, Игорь Сильченко, Максим Лукьянов и Вячеслав Андрианов. У Гефеста Станислав Станиславский в воротах. В обороне слева действует Евгений Шеренков. В центре Константин Лозбенев, справа Станислав Каханов. В центре средней линии Максим Мухин. На флангах Андрей Идрисов и Артем Варакин. И на острие Алексей Гусев. Таким образом, Александр Масленников на скамейке сейчас. И Андрей Моисеенков, капитан команды. Ну, это я тех футболистов называю, которые в стартовом составе выходили. Кроме того, еще не принимали участие в игре Евгений Королев, Мартин Хорин и Сергей Бурцев. Шеренков на левом фланге один. Штрафную передачу. Здорово! И удар в упор Мухина. Скорее на инстинктах отражает Дементьев. Не думаю я, что он реагировал. Но как бы то ни было. Угрозу голкипер Легиона отвел. Теперь угловой. Идрисов, прострел. Здесь Дермаков играет надежно и мяч выбивает вперед. Казарян против Каханова. Да, здесь шансов у нападающего было немного. И он просто был выжат вместе с мячом за боковую линию. Мухин назад. Каханов, Шеренков. Казарина вот практически отрезали от мяча. Если в первом тайме у него было пару прорывов, то сейчас одиноко бродит на чужой половине поля. Идрисов. Вот эти передачи кажутся рискованными. На самом деле просчитано все. Лозбенев, Гусев. Хотел пяткой мяч переправить и подключить Мухина таким образом. Но не попал по мячу. Бычков налево играет с Арслановым. Ну и тот тоже борьбу проигрывает, хоть мяч в итоге и сохранил для своей команды. Но это без продвижения. Угловой будет. Стандарты тоже опасны. Флажок трогать нельзя, кстати. Но Юрий Апанасенко слиберальничал в данном случае. И, наверное, тут можно поблажку определенным футболистам давать, потому что сейчас флажки не самым вертикальным образом установлены. Понятно, что вот только-только весна в свои права вступает полноценно, и солнце греет поля, а до этого, в общем, поля чистились, но все равно промерзшими были, и флажок просто тяжело установить. Так, но сейчас контратака Легиона, и Бычков один гол отыгрывает. Вот сейчас здорово все было сыграно, как в регби, знаете, слева направо контратаку Легиона развернул, и передачу Арсланов как раз делал. А Бычков пробил низом между ног вратарю.
Хладнокровно достаточно исполнил. И вернул матчу интригу на 39-й минуте. В начале 39-й. 2-1. Легион в игре. Как раз тот момент, когда показалось, что Гефест уже плотненько так инициативой завладел. И мяч контролирует и большую часть времени на половине соперника. Право. Здесь Станиславский ошибается. Момент у Казаряна. Он подтекает. 2-2. Ну что ж, вот Казарян был в тени, а теперь ему хватило двух касаний, чтобы все исполнить. Здорово сыграно. Пятый мяч Казаряна у Бычкова. Первый гол во второй части чемпионата. И все Гефесту придется начинать сначала. В течение одной минуты Легион два мяча провел. И мало-помалу букмекерский верх мы готовимся увидеть. Много команды забили на стыке таймов. Фактически за 10 минут, да, все 4 мяча. Плюс перерыв. Замены произошли. У Легиона Абласов на поле вернулся вместо Арсланова. У Гефеста Александр Масленников вместо Артема Варакина. Да? Легион сейчас, конечно, дополнительные силы получил от этих эмоций. И команда понимает, что вот когда начинается матч, это 60 минут, и надо пытаться этот результат удержать. Ну а теперь продержаться остается 20 всего лишь. Ну и кроме того, до игры-то, наверное, Легион согласился бы на ничью, а сейчас может и о победе подумать, но не после этого момента. Опять же, Дементьев почти выручил свою команду, но передача Гусева на Идрисова получилась идеальной. Идрисов расстреливал с близкого расстояния вратаря. 3-2. Гефест вновь выходит вперед. И смотрите, сколько у нас времени опять прошло после предыдущего забитого мяча. Ну, 3 минуты. Все так и есть. И это уже пятый забитый мяч в сегодняшнем матче. У Идрисова, кстати, до этой игры был всего один гол, и сегодня уже два. Ухин, Гусев, назад, Лозбенев. Гефест правильно, да, отнесся к пропущенному мячу. Пропущенным мячам даже. Здесь правильнее их в паре воспринимать. Продолжил играть, как ни в чем не бывало. И немедленно забил третий гол. И довольно буднично это все получилось. С одной стороны, Легион, мне кажется, просто не успел перестроиться на игру от обороны. Или не захотел. Если почувствовал, что здесь можно большее получить. Если так, то, наверное, это была ошибка. Но в любом случае с окончательными выводами повременим. Посмотрим, как игра закончится. Все же более консервативно, что ли, провести вот этот отрезок, а в конце пытаться и за победу побороться, как мне кажется, для Легиона было бы предпочтительнее. Но я здесь, в комментаторской кабине, а футболисты на поле там им по-своему, естественно, все кажется. Здесь Седов успевает выбить мяч из-под ноги Мухина. Скидка от Масленникова была неплохой. Футбол,
Збенёв. Каханов. Нет, уже ушел далековато во фланг. И Бычков там здорово сыграл против него. Мухин. Каханов. Дрисов. Сейчас Гефес свой футбол заиграл. Но все равно брака многовато. Дармаков. Перспективная диагональ, поточнее бы. И, может быть, Сергею Миронову даже удалось какой-то проход фланговый совершить. Против Каханова тяжеловато. Седов уходит на скамейку. Вячеслав Андрианов возвращается. Других перестановок нет пока. Шеренков. Центр. Мухин совсем один. Смотрите, какая зона у него громадная. И все равно ошибается в передаче. Пытался на Масленникова сыграть. И здесь Максим Белокрылов внимателен. Мухин. Идрисов. Назад. Лазбенев. Мухин. Шеренков. Лазбенев. Гусев. Подсказали ему сейчас, что отвалился от него Дармаков, и Гусев не стал в одно касание сбрасывать, но неудачно мяч обработал. Могло бы и опаснее получиться. Лазбенев. Идрисов. Гусев. С разворота в ближний угол, но попадает в Игоря Гришина. Мало сегодня Гришину досталось, еще и мячом получил вместе с Чижиковыми. Там около ворот Легиона находится и с разминающимися футболистами ЦДК. Каханов, Масленников. Хороший пас-центр. Мухин. Идрисов. Здесь на скорости, нет, защитник-то обыграл, но далековато мяч от себя отпустил, и поэтому так ткнул в сторону ворот. Абласов цепился. Арслан, Казарян, и нет, все, здесь потеря. Каханов, Идрисов, пройдет эта передача, убирает Масленников Белокрылова, он уже в штрафной, скидка на Гусева, удар 4-2, и как долго стоял Гусев в этой позиции, и все равно позволили ему пробить, мне показалось, что уже исчерпан эпизод, уже Масленников в лицевую практически пришел, но и передачу сумел выполнить. И Гусев сумел мимо Александра Дементьева с близкого расстояния пробить. 4-2 за 14 минут до конца. Завязавшаяся вроде бы интрига постепенно угасает снова. Гусев четвертый гол свой забивает. А Масленников, кстати, первую голевую передачу делает. Но все-таки атакующий потенциал у Гефеста намного выше. И даже странно, что только во втором тайме, по большому счету, начали его реализовывать античные. Гусев. Ох, сильный пас. Перехватить такое было сложно, но и обработать непросто. И поэтому от Масленникова отскочил мяч. Белокрылов из-за боковой. Абласов. Вот тут остановка бразильская практически. Абласов вообще техничный футболист. Иногда, правда, передерживает мяч, но умеет контролировать. И движения такие кошачьи. В Легионе, наверное, самый техничный он. Каханов. В
вперед по флангу на Идрисова. И сам пошел подключаться, а Идрисов Гусева пытался передачи найти. Этот пас прерван. А причем Игорь Сильченко, а не Дармаков, на этой позиции оказался. А почему? А потому что такова замена. Сильченко в центре обороны теперь играет, да? Казарян по флангу, нет, там не пройти, там уже в подкате шлагбаум выставил Константин Лозбенев. Так, Дармаков возвращается. Сильченко налево, Белокрылов справа остается. Кто уходит? Денис Бычков курточку надевает. Зарян. Ах, сейчас пробить можно было. Масленников. И ему там сзади по ногам Вячеслав Андрианов слегка так обработал. Опять же, атаку сорвал и без желтых карточек. Кстати, игра очень корректная в этом отношении. Так, у Гефеста замена. Масленников пойдет вперед, потому что Гусев уходит. А вместо Гусева Евгений Королев. Это первое появление полузащитника молодежной сборной на поле в сегодняшнем матче. 52-й у него номер. И он будет играть справа. Очевидно, что Мухин в центре, а Идрисов теперь слева. У Гефеста как в волейболе. Вот так игроки переходят по кругу. Мухин. Масленников разворачивается. Это классика. Просто сейчас мяч подпрыгнул. Сколько таких мячей с разворота Александр Масленников забил. И в хит-парады попадал. И в Лиге чемпионов, и вообще в Еврокубках. В общем, здесь подстраховка нужна против этого приема. Ну, либо определенное везение, как сейчас. Идрисов вперед. Мяч покидает пределы поля. Белокрылов эффектно его с сугроба достает. Легион торопится. Легион понимает, что шанс зацепить ничью у команды был. И был совсем недавно, по большому счету. А тут гол. Казарян забивает дальним ударом. 4-3. А, значит, шансы по-прежнему остаются у Легиона. Да, Казарян, конечно, хорош в этой части чемпионата. Ну и поскольку в голе Бычкова он не принимал участие, то теперь не во всех мячах Легиона, но все равно 6+1, например, в Гефесте футболист с подобной статистикой только один, это Гусев. Ну, Казарян, так же, как и Идрисов, делает дубль сегодня. Интересная концовка нас ожидает. Еще 8 минут, даже чуть больше. Станиславский сидит сейчас на газоне. Опять повреждение какое-то дает о себе знать. Ну, Станиславский признавался уже, что не в оптимальном физическом состоянии он находится. И, похоже, замена вратаря будет. Да, Сергей Бурцев готовится вступить в игру. А Станиславский, прихрамывая, свою штрафную покидает. Думаю, что придется добавить какое-то время главному арбитру. Но у нас 4-3.
И интересная концовка впереди. Так, замена у Легиона. Белокрылов уходит. Здесь на ближней бровке. И Бычков возвращается в игру. Кто в оборону? Арсланов. И сейчас он против Шаренкова. Шаренков достаточно легко уходит. Идризов на лицевой прострел. Ух, здесь Игорь Дермаков. Обстановку разряжает. Лозбенев. Сильченко. Идрисов. И фолит Виталий Обласов. Прессингуя полузащитника Гефеста. Быстро античный разыгрывает. Королев, Масленников. Мухин. Здесь не в шаг, не в темп. Шаренков. Масленников крадется направо, ожидая передачи. Нет. Все-таки такой пас слишком рискованный. Каханов. Шаренков. Убирает Казаряна. Бьет с 15 метров. Таким обводящим ударом пытался в дальний угол поразить. Но не попал. Здесь неточный пас Обласова, но Арсланов мяч сохраняет. Казарян. Еще один обрез. И у Идрисова неточный пас. В концовке то ли соперники занервничали. Смотрите, друг другу передачи отдают. Несколько последних атак. Лозбенев вперед сходил и на ударной позиции. Передачу отдавал на Королева. И, ну, пас был неточный. Там защитники успели сыграть на перехвате. Мухин. Королев. Нет. Удар от ворот будет. Бычков. За мяч зацепился, против него двое. Назад приходится сыграть. Сильченко, Седов. Нет. Вот эта передача просто перспектив не имела. Вот Казарян даже, побежав за этим мячом, поскользнулся и оказался на газоне. Хорошо, что там без травмы обошлось. Показал желание дорабатывать все эпизоды до конца. Это похвально. 4 минуты до конца на секундомере, и там что-то еще в уме у арбитра. Минута-то, я думаю, точно должна быть. Мурцев направо. Каханов. Гефест сейчас волей-неволей немножко упрощает игру. Через длинные передачи старается выходить, потому что времени на исправление еще одной ошибки, если таковая случится, может и не хватить. Масленников там штрафной заработал. Но вообще атака как мне кажется, продолжения не имел. Подача. Защитники выносят. Вот теперь Масленников на подборе. Обводящие удары Дементьев тащит. И там, мне показалось, еще и рикошет от защитника был. Идрисов идет подавать угловой, не спеша. И подает на дальнюю штангу Лозбенев. Удар с лета, но прямо в руки голкиперу. Дементьев, быстрая передача в направлении Казаряна. Тот фолит. Не успел выиграть позицию Шаренкова. Пришлось немножечко так дернуть оппонента за руку. Это от взгляда арбитра не укрылось.
Добавишь нормально, предлагает Александр Седов арбитру. Ну, нормально, у всех разное понятие. Что-то добавят. Нормаков. Бласов. Не сумел развернуться. Идрисов. Ногам получает. Здесь штрафной должен быть. И аут в пользу Легиона. Да, нервно так все получается. Казарян. На Абласова сбрасывал. Получилось не точно. Масленников через пас. Нужно было попробовать сыграть. Мухин направо. Королев. Масленников. Мухин. Опять Масленников. Но все разыграно. И пятый мяч в воротах Дементьева. Не сумел Легион отобороняться. И сейчас за минуту до конца, пожалуй, это все. Играть-то, понятно, Легион до конца будет. Но в реальную возможность отыграться, я думаю, и сами футболисты не верят. Масленников пятый гол в чемпионате забивает. Ну а 3-5 пока для Легиона это самый результативный матч в этой части чемпионата. Аханов. Ах, здорово сыграл, но мяч вышел. Мяч вышел, к счастью для Легиона, к сожалению для Каханова самого, который в эпизоде до конца шел, здорово отборолся. И, может быть, если бы получилось у него мяч еще и в поле сохранить, вообще было бы здесь все идеально. Казарян. Он уже в центр опустился за мячом. Так часто делает, когда не могут партнеры до него довести. Но это рушит структуру игры Легиона. Хотя сейчас, наверное, ни о какой структуре всерьез говорить не приходится. Последние минуты. Здесь контратака. Мухин подключает Королева. Тот передачу делал на Масленникова и ошибся. Но зато перехватил пас Игоря Дермакова. Опять попытался ассистировать Масленникова. И опять не точно, но угловой заработал. Для Гефеста сейчас, наверное, важнее даже просто какое-то количество времени выиграть, а не еще один гол забить. Игра забудется, результат останется в любом случае. Абласов. Ну тут вот Казарян где играет. Сильченко на бровке. Прострел. Лозбенев пятку подставляет, будет угловой. Ну и все выглядит так, будто бы это последний стандарт в сегодняшнем матче. И гол! 5-4. Казарян в одно касание пробил. Я засмотрелся, кто там отдавал передачу. Денис Бычков, судя по всему. 5-4... Таки результативный матч получился. Да, будь Легион понадежнее в обороне, все могло бы для команды и получше закончиться. И так достойно, но опять нет результата при в целом неплохой игре. Что ж, друзья, будем прощаться. Футбол мы посмотрели достаточно интересный. Может быть, не самый содержательный вот в плане такого баланса игрового с обеих сторон. Но довольно результативный. 8 забитых мячей во втором тайме. Один гол в концовке первого. И в итоге мяч, который провел Александр Масленников на 59-й минуте,
стал победным в этой игре. 5-4 Гефес побеждает, догоняет Динамо. Ну а завтра четырем командам Северной Лиги предстоит провести встречи Еврокубка. В том числе две будут в нашем эфире. Оставайтесь с нами и увидимся здесь, на полях Северной Лиги. Нанесение номеров и фамилий на спортивную форму. Спортпринт М.